Друзья, всем привет! Это видео относится к особому формату роликов на моем канале, которые смотрят очень ограниченное количество лиц, самые преданные мои подписчики, которым интересны не только вопросы питания и лечения, но и эпизоды моей жизни. Но для тех, кто зашел на мой канал впервые и совсем меня не знает, я кратко скажу, что являюсь врачом и психологом, который вылечил тотальную форму няк. И сейчас занимается просветительской работой в этой области. Помогаю людям на пути их исцеления и занимаюсь популяризацией идеи полного выздоровления от воспалительных заболеваний кишечника. В это небольшое путешествие, которое пришлось на начало июня, я побывал в Омске. Ездил я один, без своего несменного оператора в лице моего любимого брата. Поэтому кадров будет не очень много, но они будут насыщенные. Целью поездки было посетить очень масштабное мероприятие, юбилейный 10-й турнир Шлеменко Fighting Championship, на котором выступал мой земляк, человек с моей деревни, с которым мы учились в одной школе, Рустам Нигматов. Давайте обо всем по порядку. Прилетел в Омск 30 мая. Мне нравится немного пожить в том городе, который я посещаю. Поэтому поездки обычно планируются на несколько дней или даже недель. После прибытия сразу отправился оценить местную кухню и остался доволен. Друзья, вы знаете, что я несу идею жизни без диет и таблеток. Поэтому показываю вам через свой пример и опыт, что можно восстановиться даже после ужасного состояния и кушать любую еду. Я хочу, чтобы вы переходили в это состояние через зеркальные нейроны и знали, что когда-то и вы так сможете. Главное верить и двигаться к своей цели. Первый день я посвятил прогулке по Омску и хочу поделиться своими впечатлениями о данном городе. Мне очень понравился Омск. Это большой, но при этом уютный, зеленый, спортивный город. Очень много мест, где можно погулять. Парки, набережные, везде огромное количество удобных лавочек, памятники, много интересного и необычного. Например, памятник сантехнику Степанычу. Много культурных заведений, включая театры, филармонию, огромное количество учебных заведений. Если говорить про людей, то ярко бросается в глаза спокойствие и размеренность омичей, в отличие от жителей Москвы и Питера. Также отметил спортивный фон города. Люди бегают, катаются на велосипедах, занимаются на уличных спортивных площадках, которых огромное количество. Все эти моменты, конечно же, оставляют самые приятные впечатления. Еще одним составляющим, которая повлияла на общий позитивный фон пребывания в Омске, является квартира, в которой я остановился. Во-первых, она находится в очень живописном месте, на берегу Иртыша. Непосредственно квартира максимально комфортная и оснащена всем необходимым, включая даже сейф. Друзья, доброе омское утро у меня продолжается. Поселился я в таком хорошем месте. Тут прям так уютно, тихо. Сзади меня набережная, по сути, Иртыша. Мы с вами сейчас прогуляемся. Покажу местные окрестности. Но здесь прям так как-то хорошо прям. Вот. Люди бегают, катаются на велосипедах, гуляют. Прям такая приятная движуха происходит. Кстати, лавочек много. Очень много везде лавочек. Это по всему городу имеется в виду. Это прям очень хорошо. Я сам вчера здесь немного гулял, в ту сторону уже ходил, но здесь не было.
получается такой парк. О, как интересно, что это такое. Корм для белок. Так, оплата картой, корм для белок. Остров. Интересно, надо попробовать. Так, орешки насыпались. Сразу голуби прилетели. Это не для вас, ребята, это для белок. Ну, давайте попробуем сейчас сразу еще лакомство взять. А что-то его не получается почему-то. Или получается? Нет. Не хотит. Почему-то не хотит. Ну ладно, значит, будут просто орешки. Сейчас попробуем забрать их. Так, нормально насыпали. На 50 рублей. Ай-яй-яй. Сейчас в карман все это переложу. Ну, а теперь отправляемся на поиски белок. Белочка, пошли. Пойдешь есть, а? Мелкая белочка. Белка, пошли. А? Пойдешь? Пошли. Пошли, пошли, пошли. А? На. На. Пошли, маленькой, сюда. А? Пошли. Мелкая. Так, друзья, вот подошел к парку аттракционов. Сейчас мы с вами пойдем, может быть, прокатимся сразу на колесе обозрения. Здесь чувствуется такая размеренность определенная. Вот, казалось бы, там не выходные еще, но люди какие-то не суетные, спокойные, вот размеренные, в отличие от Москвы и Питера, где прям чувствуется такая движуха, суета. Именно вот суета, такая спешка. Здесь как-то все спокойно. Это не может не радовать. Даже самокаты едут не так быстро. Походу еще все только готовится к работе. Активно ребята готовят, видите. Как вы уже поняли, второй день является продолжением первого. Я продолжал изучать Омск в режиме прогулки и к обеду добрался до дендросада имени Герберта Ивановича Гинзе. Для любителей природы это замечательное место, где можно погулять в тишине, полюбоваться различными видами деревьев и кустарников. В настоящее время видовой состав представлен 150 видами деревьев и кустарников, среди которых есть растения, занесенные в Красную книгу. Визитной карточкой дендросада является уникальное творение Гинзе – золотая ель, представленная в единичном экземпляре. Она является результатом его селекционных опытов. К сожалению, на момент моей прогулки по дендросаду она еще не зацвела, потому что в этом году достаточно поздняя весна и лето, и холод не позволил это сделать. Такие разные ели, голубые всякие, зеленые, а вот это змеевидная ель. Вот. Покажем. Ель змеевидная.
Вечером я отправился на взвешивание бойцов и пресс-конференцию, посвященную предстоящему событию, где встретился с легендами смешанных единоборств Александром Шлеменко и Алексеем Олейником. Самое главное, пожелал удачи Рустаму в предстоящем бою. Хочу сказать про Рустама. Он является примером человека, который сделал себя сам, несмотря на отсутствие каких-либо для этого предпосылок. Обычный пацан из деревни, который в настоящее время является профессиональным бойцом смешанных единоборств и выступает на большой арене. В том числе и для этого, друзья, я записываю подобные ролики и через опыт и путь других людей показываю вам, что все возможно, что брать пример нужно с сильных личностей, которые знают, что они хотят, идут к своей цели и получают результаты. 1 июня началось завтрака в кафе вкусными сырниками и ягодным смузи, после чего я отправился в рядом расположенный парк «Вокруг света». Друзья, сегодня у нас 1 июня. Подошел вот к парку, возле которого вчера гулял. Вчера там еще убирались, готовили, а сегодня вот будет открытие, так понимаю, сезона, карусели всяких, праздник, концерт. Поэтому пойдем с вами тоже посмотрим. Вот афиша небольшая. День рождения. А, еще день рождения парка сегодня. Люди уже собрались. Через пару минут будет 11 часов и всех будут запускать. Думаю прокатиться на колесе обозрения. Посмотреть свысока на тот район, где я живу. Но район хороший, я уже говорил. Уютный, тихий такой. Классно. Поднимаемся на высоту, посмотрим, как Омск выглядит с этого ракурса. Вот там сейчас покажу, как уже крутятся дети высоко, прям очень. Прям высоко их подняли. Довольно быстро поднимается колесо это. А вон то похоже G-Drive Arena, куда я пойду сегодня на бои. Thank you.
А вечером состоялось событие, ради которого я приехал в Омск. Юбилейный турнир SFC, который проходил в G-Drive арене. Это очень крупное сооружение, вмещает 12 тысяч зрителей, и построена арена несколько лет назад. Я был поражен масштабами и грандиозностью этого события. На мероприятиях такого уровня до этого момента я еще не бывал. Давайте вместе окунемся в эту атмосферу и посмотрим некоторые эпизоды этого вечера. Школа единоборств «Штурм» Александра Шлеменко из Барнаула. Рустамжон Негматов! Одержал Рустамжон! Поздравляем, Рустамжон! Так, ну я от всех ребят, мы вас приветствуем, всех участников соревнований и дорогих, уважаемых зрителей. Ну, короче говоря, мы начинаем. Не поймут они чудные, не поймут. Там за туманами. G-Drive Arena, вы готовы? В красный угол октагона приглашается Александр Шторм Шлеменко! Пускай запомнят нынче нас малина ягода. Evolution. This is the future. Evolution.
the future. Evolution. This is the future. Одержал Александр Шторм. У меня оставалось еще несколько дней в Омске, и я их провел максимально замечательно. 2 июня, первую половину дня, посвятил дальнейшему изучению Омска в режиме велопрогулки, созидания местной архитектуры, природы и гастрономическими удовольствиями. А вечером отправился в филармонию на концерт Национального филармонического оркестра России во главе с Владимиром Спеваковым. Как здорово, что его выступления в Омске совпали с моим пребыванием в этом городе. Этот опыт для меня тоже был новым и очень-очень понравился. Всероссийские филармонические сезоны. На сцене Национальный филармонический оркестр России. Друзья, сегодня у нас уже 3 июня. Моя поездка постепенно подходит к окончанию. Все основные мероприятия я уже посетил. Смешанное единоборство. Вчера филармония была. Но в таких поездках у меня уже как будто бы традиция появилась ходить на какие-то оздоравливающие процедуры. Собирался сходить в центр китайского массажа, но там не получилось. Записи на сегодня нет. Поэтому пойду на аюрведический массаж. Вот. Такого я еще не пробовал. Посмотрю и расскажу вам, что это из себя представляет. А представляла из себя эта процедура несколько этапов. На первом я прогревался в хамаме, после чего получил дозу максимально расслабляющего и гармонизирующего массажа.
и закончил все небольшим чаепитием. Состояние настолько гармонизировалось, что вечером мне просто захотелось танцевать. Четвертого июня, полный позитивных впечатлений, заряженный на успех и победы, я отправился в аэропорт после, да, неправильного завтрака. Но мне захотелось именно пельмени с майонезом. От квартиры, где я остановился, и до аэропорта было порядка 12 километров. Но, во-первых, я люблю гулять пешком, а во-вторых, удалось увидеть еще один кусочек Омска. Так, друзья, ну вот, мы уже с Рустамом в Барнауле. Небольшое интервью с чемпионом, так сказать. Согласитесь. Рустам, ну вот люди видели уже бой, получается, ну эпизоды, кадры с боя. Сколько недель прошло? Больше? Неделя. Вот. Лицо чистое, никаких рассечений, ничего нет. Поделись вообще, как ты себя чувствуешь сейчас после боя? Все приветствую, я приветствую. Чувствую себя очень хорошо, очень рад, что... Выпал бой досрочно, так сказать. Он удовлетворение в принципе, спокойствие. То есть нет никакого сейчас ни давления, ничего. Просто живу, просто дышу, просто кайфую. Как и надо, в принципе. Кстати, тоже мой подход. Говорит людям, что нужно чувствовать жизнь, правильно? Вот здесь, сейчас, по сути. Вот мы просто собрались, покушали, попили чай. Это есть жизнь. В моменте боя ты там была твоя жизнь, сейчас здесь твоя жизнь. Вот. Мои люди, которые вот как раз на меня подписаны, которые следуют моим идеям, наверное, для них очень важно понимать, что требуется дисциплина. Да? Вот ты человек, как боец, который, я считаю, великий боец уже. 7 побед, да, профессионалов, все досрочные, без каких-то вообще вот. То есть очень все круто, очень все. Хотя ты сам отмечаешь, что занимаешься не так долго, правильно? В отличие от людей, которые могли всю жизнь заниматься там, с детства. Но ты достиг вот таких результатов. За счет чего, Рустам, это может появиться? Слагаем успех таких. В первую очередь, это знаете, вера в себя. Вот супер, это супер. Спасибо тебе за эти слова. Для меня это очень важно, реально. Вера в себя. Не слушать никого, просто слушать свое сердце и доверять себе, что вы сможете достичь своих целей. Достичь своих целей и идти, то есть, к тому, к чему вы хотите. То есть, допустим, даже если вы будете делать это, делать, и у вас не получится, в любом случае, если вы будете продолжать делать, то все равно когда-нибудь это получится. То есть есть, допустим, как у спортсменов, есть мотивация, мотивация, она как? Сегодня есть. Временное явление, да? Да. Завтра ее нет. Потом через какое-то явление она опять может появиться и опять исчезнет. А дисциплина – это когда ты делаешь. И пока не можешь не наблюдать результаты. В любом случае, через пару лет, когда ты посмотришь назад, рост есть, надо просто продолжать делать, верить в себя. В моем случае, верить в своего тренера, говорить то, что он делает. То есть все многое зависит, тоже многое зависит от вашего окружения. То есть то окружение, которое вас поддерживает, которое не дает вам опустить руки. То есть вот этим людям надо больше прислушаться, нежели которые наоборот тянут тебя вниз, типа там клубы, не клубы, сейчас это распространенно, гулять там до полуночи, алкоголь, это все плохо, это все плохо. Да. Вот это именно дисциплина. Надо собрать именно дисциплину, которая приведет тебя к тому.
Очень-очень классно. Так как пожелаю такое даже сразу людям вот этот раз. Еще такой вопрос возник. Как Рустам, бывают же моменты очень какие сложные в бою, да, в тренировках. Силы уже кончились, как будто все, бензин закончился. Что тебе позволяет продолжать все это? Не сдаваться. Закаление характера постоянно такое, да? У каждого, как бы, я думаю, у каждого человека в этом мире свой характер. И то, чем ты занимаешься, ты можешь его развить. Вот. Тоже важно. Развивать это надо и нужно. То есть бывает в жизни, всякое в жизни бывает, бывают сложности. И их надо преодолевать именно характер. Это на ту же силу, то есть характер, который очень подражает. Можно опустить руки, знать и верить, что да, я смогу это сделать. Поставить еще один раунд, выжить раунд. То есть включается характер. Когда, ну, у нас, как говорят, когда сил уже нет, включается характер. То есть характер — это отдельная, ну, очень важная часть нашей работы. Ты можешь там проигрывать, если там включая характер, ты можешь выглядеть. Повернуть. Да. Слушай, это очень важные слова, и я хочу, чтобы, друзья, вы через бой, через вот наше сейчас обставное общение зарядились вот этим состоянием силы, да, силы, дисциплины, веры, то, что Рустам стал очень важным, и перенесли на свою ситуацию, на свою жизнь, и поняли там, где вы можете вот применить эти все составляющие, применять и получать результат сам. Мы видим, что возможно. Все так, возможно. В нашей жизни все возможно. Поверьте мне на слово. Пару лет назад я даже не представлял, но я верю, что в любом случае моя жизнь изменится. Это. Просто надо делать свое любимое дело, продолжать верить в это. И все получится. В этой жизни все возможно. Невозможно, ребят. Спасибо тебе за такие слова. Заверил. Спасибо. Очень приятно. Я думаю, что это людям реально поможет. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вы смогли прочувствовать эту атмосферу силы, дисциплины и достижений. Я хочу, чтобы вы сохранили это состояние как можно дольше. Навсегда. Обязательно пишите свои комментарии, делитесь мнением. Если вы из Омска, тем более напишите об этом. Я желаю всем крепости духа, тела. Мы с вами не прощаемся. И, конечно же, до новых встреч!